Я подумал, что есть наверняка такая служба в духовном плане, не на физическом, а в духовном плане, которая всегда спасает, поддерживает, что должны быть люди в черном. Они, поскольку на духовном плане, то они не бегают с оружием, с этими бластерами. Они, подумал я, что они делают? Они танцуют. Какой танец они танцуют, подумал я. И понял, они танцуют танго. Священная танго. Дамы с бантами, мужчины с цветами в петлице. Невозможно такой красоте не дивиться. Вот шеи, круги, глаза, повороты. Если смотришь на них, забываешь, откуда и кто ты. Движение найти невозможно изъяна. Эти люди, поверьте, важнее, чем друзья. То плывут, словно лебеди, то вдруг застынут, как камень. И в глазах их не страсти, а мысли божественной плавы. Отмечаешь невольно, вникая в суть импровизации. Красота! Вот чем надо за счастье сражаться. Танцующих вряд ли возьмешь ты автограф. И под пыткой не выведать, кто был у них хореограф. Шум оваций, признание, почет в этом мире им тесно. И для них актуален лишь танец и быть неизвестным. Даже если включить, то пытаться все воображение. Невозможно представить, что делает это окружение. Льется музыка, как река, прямо из поднебесья. Этот танец вселенной поддерживает равновесие.